Первые медицинские работники Калмыкии прошли процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцина «Спутник В», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, является двухфазной. Первая часть вакцины была введена 15 специалистам городской поликлиники. Перед прохождением вакцинации, которая является добровольной и бесплатной, медработники прошли медосмотры и тестирование на наличие антител к вирусу. Спустя 3 недели добровольцам будет введена вторая часть вакцины. За самочувствием медработников, прошедших вакцинацию, идет наблюдение. Вакцинация медицинских работников тестовой партией будет продолжена. Напомню, несколько десятков доз вакцины поступило в Калмыкию в сентябре. Небольшая партия предназначена для тестирования логистической цепи доставки вакцины и организации вакцинации от COVID-19 гражданам, входящим в группу повышенного риска, в первую очередь медицинских работников, работающих сегодня на переднем крае борьбы с вирусом.